В Орле состоялось совместное заседание Ассоциации вузов Черноземья и Совета ректоров высших учебных заведений региона. Встреча прошла на базе ОГУ имени Тургенева в зале фундаментальной библиотеки. Обсуждение начали с подведения итогов работы опорного вуза. Мы уверены, что вот это объединение носит все-таки не слово арифметическое, а синергетический эффект. Думаем, что то небольшое преимущество, которое мы сегодня получили, не почивая на лаврах, можно развивать и дальше. Поэтому для нас чрезвычайно важно и мнение коллег, и любой опыт, поскольку здесь мы все вместе идем по непроторенному пути. На сегодняшний день в вузах нашего региона обучается около 40 тысяч студентов. 10 тысяч получают знания по программе обмена. Принимая решение о создании опорного вуза, объединяя два наших крупнейших университета, мы ставили задачу консолидировать финансовые, материальные, кадровые ресурсы. И я надеюсь, что рекламный слоган нашего вуза «Один плюс один больше, чем два» превратится в жизнь.